Кожному потребен дом. У Гомелі пройшла 12-я доброчинна акція «Подари їм шанс». Каля 70 живёл, які засталіся без господарського клопоту, волонтери спробували уладкувати у добрі руки. Подробязності у наступному сюжеті. Мілі, гулливі, ласкаві і делікатні, з такими добрими і сумними очима. У кожного з цих маленьких і пухнатих котів і собак своя трагічна історія бездомного життя. Ніхто був вигнаний своїми былими господарами, а у інших у вогулі ніколи не було дома. Вижитим допомогли волонтери. Живёлы знаходилися на часовому утриманні у їх квартирах і домах. Під час акції у Гомелі 70 четвероногих отримали шанс знайти господара. Внучка, в общем, просила котенка с внуком. А я собаку хотела, потому что у меня собака погибла. Три месяца рыдал. Вот подойду, вот, будку вот, напоминает, все, будку брать не могу. Сестра приехала, говорит, убери будку. Я говорю, не могу, говорю, хочу собаку. Вот. А это такой грустный, сонный. И окрас мне нравится, коричневый очень. Вот. Уже решили, как назовете? Вот не знаю. Я еще буду думать. Хочу какое-то имя такое, чтобы было очень звучное, но в то же время короткое. Так вот, длинные имена не люблю. Мы пришли с мамой сюда, и мне понравилась сразу вот черненькая кошечка. И я ее сразу полюбила. И я буду с ней дружить и играть. Не бросать. Под час акции гомельчане так само приносили для бездомных живёл корм и леки. Раз мы эти акции делаем, значит, они нужны городу, нужны нам, волонтерам, и нужны людям. Потому что люди спрашивают, звонят, и очень много при всем при том хотят помочь, не только взять животных. И это нас радует, потому что мир все-таки не без добрых людей. И Гомель доказывает, в принципе, это с каждым годом все больше и больше. Свой новый дом знайшли 30 четвероногих. На часовому утриманні волонтерів їх по-ранейшому шмат – 100 котів і собак. Оказати допомогу волонтерському руху може кожен. Для цього треба звернутися до його керівника Світлани Лапо. І, можливо, дякуючи вам, буде заховане маленьке життя. Дмитрий Котов, Ганна Корольчук, Максим Славін, телерадіокомпанія «Гомель».